Резидент технопарка Югры запустит в Ханты-Мансийске производство импортозамещающей химии для нефтяной и газовой промышленностей. Передовой подход в строительстве скважин реализует компания «Масс-сервис». Одна из ее инновационных разработок – расширяющая цемент химическая добавка, за которую разработчики получили 20-миллионный грант от Фонда содействия инновациям. Что это за технология и как она работает, расскажем в следующем сюжете. С помощью лабораторного блендера специалисты компании «Масс-сервис» смешивают опытный образец химической добавки с цементом и водой. Смесь применяется при строительстве новых скважин на месторождениях углеводородов, в том числе трудноизвлекаемой нефти. Инновационная технология укрепляет стенки, обеспечивает гидроизоляцию пластов, а также улучшает контакт породы с колонной. За 2 года резидент технопарка высоких технологий Югры опробовал новую технологию на более чем сотне скважин, которые находятся в Югре и на Ямале, а также в Ненецком автономном округе и Беларуси. Все больше повышается требование к качеству цементных смесей, растворов, которые применяются при строительстве. Вот. Поэтому наша продукция, мы видим, что она все больше и больше востребована становится. Самый такой частый негативный эффект – это обводнение пласта. Чтобы нам не добывать воду, это нерентабельно строить такие скважины. Наша добавка, она, соответственно, дает такие свойства вот этому цементу. Расширяться и блокировать все возможные микрозазоры, которые образуются и между цементом и породой, и между цементом и нашей трубой. И тем самым препятствовать проникновению воды в нефть. Разработку резидента окружного технопарка высоко оценили эксперты Фонда содействия инновациям. В результате компания получила на масштабирование своего проекта 20 миллионов рублей. Ноу-хау «Масс-сервиса» решает задачу импортозамещения. Сегодня многие компании, которые занимаются цементированием скважин, вынуждены закупать аналог добавки для расширения цемента за рубежом. Но с открытием производства в нашем регионе такая нужда отпадет. У нас есть соглашение о том, что они разместятся на площадях промышленного технопарка в Ханты-Мансийске. Это будет совместное такое предприятие, где мы будем строить с учетом их требований производственные помещения. Порядка 3500 квадратных метров. Производство уникальной химической добавки на базе промышленных парков Югры планируют запустить уже в конце этого года. А в конце 2024-го здесь же должна открыться специализированная лаборатория для испытаний инновационных технологий. Наталья Акст, окружная телерадиокомпания «Югра», Ханты-Мансийск.